Всем привет! Бегу-бегу в банк. У нас погода сегодня замечательная. Я оделась вот так вот. Ну, легкий свитерок. Моя шуба, как говорится. Но шуба здесь совершенно лишняя. Жарище прям на солнце вообще пипец. Вот. Ну, не знаю, что одеть, блин. То ли холодно, то ли утром прохладно, потом днем жарко. В общем, такая вот у нас зима. Хотя передавали похолодание. Видите, солнышко, даже дождик. У меня главное на одном сайте дожди идут чуть ли не каждый день, а другой вот такая нормальная погода. Наверное, буду верить другому. Ну, не наверное, а точно, потому что он достоверно, по крайней мере, дождя не передает. Вот, потом хочу еще в Лидл сбегать. Тоже, ну, сбегать он у нас так, скажем так, 3-4 километра от нас. Ну, бешеные собаки, 7 верст не путь. Почему не на машине, парковать ее негде, где банк. Поэтому пешкарусом, ну, ничего страшного. Вот, там в Лидл очень мне нужно для душа, такую штуку привезли. Насадка вот эта вот. В общем, для душа, все. И вот мне оттуда нравятся всякие, все продукты, которые привозят. Хочу туда добежать и купить. Вот так, а пока прибавляю шаг и в банк. На улице такая тишина, никого нету. Ну, все работают в школе. И саксофон звучит, только вот из окна. Прикольно. А вот сейчас буквально заворачиваешь за угол, и там у нас вот туда вот, там центр начинается, там уже вся тусня. Ну, в это время, где-то время около часа, я пораньше закрылась, чтобы везде пробежаться. Видите, все работают, сейчас будут вылазить из своих норок. Купила букет укропа. Смотрите, какой хороший. Зелененький. Прям букет. 1,60 рубль стоит. Такой пучок огромный. Я его, наверное, заморожу. Такой здоровый. Прям букетище. Бегу в Лидл. В банк уже сходила. Хочу тут вот заглянуть. Тут в магазин тоже. Скидки, везде скидки. Как же я пройду мимо скидок? Никак нельзя. Я ошиблась. Дождь привезут в понедельник. Купила хлебушек и чучи для Чарли. Машина как паркует. В общем, передо мной в кассе стояла женщина. Я, знаете, нервная. Ну, как нервная? Ну, неспокойный человек. А это у меня от нее голова закружилась. Вот так вся. Вот так вот вся. Туда-сюда. Мимо меня. В кассе стоим. Я за ней очередь, да? Она назад, вперед. За меня, под меня. Блин, я уже к стеночке вот так к кассе прижалась, чтобы она бегала, прыгала. Че бегает? Ай, тут вот шоколадка была. Где? Нету. Вот там. Все перелапала. Все перетерла. 150 штук у нее упало. Я стояла с ней 2 минуты. У меня от нее голова закружилась. Блин, как ураган. Туда, сюда, вот так вот все. О, блин, люди бывают. Ой, блин, вообще. Вот такие вот дела. Все, иду домой. Ничего не купила. Ну, чучи Чарли. И все. Блин, что-то я ошиблась. У них завоз бывает. Ну, они всякие предложения делают в Лидл, допустим. Понедельник. А, в четверг. И в понедельник, в субботу еще тоже. И вот им можно ошибиться. То ли в четверг, то ли в понедельник. Сегодня там всякие привезли для детей. Одежду, трусики, лифчики, все дела. А для душа, видимо, в понедельник. Но у меня есть это приложение в телефоне. А я посмотрю и забуду. Ой, жара. Жаря, жаря. Укроп зато приобрела. Иду домой. Сейчас буду делать... Ой, телефончик. Телефон, камера. Сейчас буду делать вкусную-привкусную цветную капусту. Так что не переключаемся, остаемся со мной.
общем, отвариваем цветную капусту 5-10 минут до полуготовности. Нужно 2 зубчика чеснока, 3 зубчика, как вы любите, 150 мл кефира, 2 столовые ложки муки, 1 столовая ложка масла, я буду использовать кокосовое, и соль, перец, укроп, все по вкусу. Так что приступаем к готовке. Это у нас 5-10 минут варится. Обжариваем муку на масле. У меня кокосовое, можно растительное, какое хотите, можно оливковое. У меня мука, как это, цельнозерновая, вот, поэтому она такого цвета. А вообще пшеничную муку обжариваем до золотистого цвета. Так как у меня цельнозерновая, она уже золотистая, так что обжариваем, как говорится, обжариваем. Кстати, рассол или как там, вот этой водички тоже нужно в этот соус. В общем, бенжамель готовим. Бенжамель или как там у нас звучит? Бенжамель. Вот, я поставила на медленный огонь, чтобы у меня ничего нафиг не сгорело. Когда у вас уже поджарилась мука, добавляем стакан кипящей вот этой водички и делаем соус, так размешиваем быстро, чтобы он заварился. Я не могу это снимать и одной рукой делать, поэтому я вам просто рассказываю. Вот я заварила кипящим раствором. Вот так помешиваю, чтобы комков как можно меньше было. И вот так вот. И добавляем сюда себе теперь кефир 150 мг. И соль, перец по вкусу. Чеснок с укропом порезанным. Я добавила вот такую еще приправу, вот такую армянскую, в русском покупала. Довести до кипения, и получается обалденный соус капусте. Перемешиваем. Сейчас вас почищу. Соус с цветной капустой. И отправляем в духовку на 180 грамм, градусов 15-20 минут. Это уже пахнет обалденно, это уже вкусно. 180 градусов 15-20 минут. Смотрите, какую обалденную редиску купила. Классная такая. И клубники полкилограмма. 4 евро килограмм стоит. Вот. Буду ждать, когда сготовится покушать. Вот такая капусточка получилась. Я еще за 5 минут до готовности посыпала сыром. И все это так вкусно. Пожарила себе кусок мяса. Там мужу еще потом пожарю. И капусточка. Всем приятного аппетита. Вышла погулять. Мы сегодня с Ольгой встретимся. С ней пойдем спортом заниматься. Блин, ну это, ну, как корову на привязи ведут. Посмотрите, некоторые собаки гулять хотят, а этого, блин, приходится тащить. Вот, мы там договорились около одного магазина встретиться. Вот. И походить, как говорится. Сегодня рецепт там один обсуждали. Капусту квашеную с редькой. И вот что-то она загорелась, не знаю, говорит, ой, надо капусту квашеную купить. У нас Лайкампа продается. И вот, может быть, дойдем до капусты. Ой, до капусты квашеной, может быть, дойдем до Лайкампа. Я на улице постою, она пойдет купит. Поживем, увидим. Вот видите, сегодня я по вот этой дороге шла, никого не было. Сейчас вечером уже народ везде играет. Я сегодня даже очки с собой взяла. От солнца. День-то уже это длинный, все. Обычно уже солнце садилось. А сейчас светит прям самое в глаза. И сегодня намного теплее. Даже шарф никакой не одела. В общем, идем. Куда идем мы с Питочком? На остановку за бочком. Мы тут с Ольгой в Кико зашли, вон она расплачивается. Купила себе помаду, ну представляете? Не, я вышла без копейки денег, но у подруги же есть всегда. Вот пришлось, чтобы она мне заняла.
и купила мне помаду. Хотя я сегодня уже купила вот эту в Primor. Какая-то фирма, я потом вам, если не забуду, скажу. Здесь вот скидки 30%, а я не знаю, ну да, но помада она была, по-моему, 8, а сейчас она за 5,50. А это я, а это Чарли. Мы уже погуляли, сейчас просто ходим по магазинам. В принципе, я уже здесь везде ходила, и туда же-то мы идем таким вот своим шагом, друзья, с колготками. Чарли, вперед, не нутира. Я вся в волосах, вообще пипец, вся линяет, как не знаю кто. Вот так вот сходила, называется. Еще их должна осталось. Коробку не купила, буду складывать вот в этот пакет. Елка, у меня коробка для нее есть, поэтому, потому что, ну уже, здрасте, приехали. Он мой чай, что ли, хочет пить? Совсем оборзел. Пока я тут елку разбираю, он мой чай хочет пить. Так что буду убирать это безобразие, потому что уже не новогоднее совсем настроение. First Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so. Все, елку убрала. Вы знаете, вот этот стол мне нужно покрасить в белый. И туда очень классно вписались цветы. Правда? Вообще суперски. Мне кажется, они туда вписались, поэтому мне этот стол нужно покрасить. У меня краска есть. Скатерть забыла убрать. Но это уже завтра. Уберу скатерть новогоднюю. Цветочек вроде бы еще этот красный, поэтому пусть он стоит. Он еще хлеба не просит. Пускай. Вот. И так стало хорошо. Я уже пропылесосила. Полы завтра помою. Но сегодня уже сил нет. Ай. Надоело. Прям даже елка, мне кажется, даже так красивее без елки. Стол только надо не забыть покрасить. Ну, как не забыть? Я на него смотрю, и он по-любому мне напомнит, что его нужно покрасить. Этот тут прибежал с своими игрушками. Мама тебе кинула, беги. Так что вот такие у нас дела-делишки. Все я сделала, все управилась. Буду с вами прощаться до завтра. Завтра уже пятница. У нас кое-что на эти выходные намечается. Так что, друзья, подписываемся и ставим колокольчик, чтобы не потерять нас, не потерять. Будет весело. Всего вам самого наилучшего. Пока. И до завтра.